Лучшие игроки ветерана хоккейной «Волги» вновь вышли на лед. Легендарному ульяновскому клубу исполнилось 85 лет. В «Волга-спорт-арене» прошла церемония награждения с участием главы региона и депутата Госдумы Владислава Третьяка. Титанов отечественного спорта наградили серебряными знаками отличия. Сергей Морозов поздравил собравшихся медалистов, чемпионов мира и лучших бомбардиров. Поздравить вас всех с юбилеем нашего клуба. И пожелать вам всем безграничной любви и преданности русскому хоккею и нашему клубу. Чтобы никогда наши замечательные дворцы, замечательные стадионы, наши трибуны не опустили. Легенда русского хоккея Владислав Третьяк присоединился к поздравлениям. Спортсменов он поблагодарил за огромный вклад в российский спорт, а ульяновских болельщиков за преданность команде. Мы благодарим всех. И особенно хотел сказать вам большое спасибо, что вы поддерживаете спорт, поддерживаете команду. Специально к торжеству под куполом арены были вывешены 12 эксклюзивных вымпелов. На них изображены свитера чемпионов мира, прославивших ульяновский хоккей. Как утверждают организаторы церемонии, подобных символов не было ни у кого. После награждения Ледовый дворец послужил по прямому назначению. На нашей площадке состоялась домашняя игра с хоккейным клубом «Динамо Казань». Поединок поволжских команд завершился счетом 2-2. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.